Во дворе пенсионерки Галины Семеновны теперь все дорожки расчищены. Порядок навели представители Зареченского местного отделения партии «Единая Россия». Добровольцы, вооружившись лопатами, буквально за считанные минуты проложили маршрут от калитки до дома и всех построек. Конечно, несложно. То есть, в принципе, физические нагрузки, небольшие ОФП полезны всем на свежем воздухе. Поэтому я думаю, что, конечно, несложно. Будем мы в дальнейшем продолжать такие акции. Жительница 132-го квартала за помощью в уборке придомовой территории обратилась в департамент социального развития. Галина Семеновна проживает одна. Помочь пенсионерке расчистить снег некому. А самой, говорит женщина, с таким объемом уже не справится. Пожелания Зареченки передали депутатскому корпусу, и просьба не осталась без внимания. Я так благодарна, у меня слов нет. Одни мысли. Большое спасибо. В этом году, наверное, особенно, как никогда много снега. Да нет, снега всегда много, только одна зима была, не снежная, а так всегда много. Как справлялись? Ой, где соседи помогут? Ну, с Божьей помощью. Кто как. Ну, а так я в основном чистила сама всегда. Это этот год меня немножко подкосил. Стало гораздо просторнее и перед домом другой жительницы 132-го квартала Валентины Васильевны. Она сама расчистила небольшой участок перед калиткой. Сделать площадку пошире и проложить тропинки на дворовой территории женщина попросила помощников. Да, немножко, чуть-чуть подправить надо. Вот. Угу. Как вообще сами справляетесь? Вот зимой? Тяжело, тяжело, ребятки. Я уже старый человек, мне уж 80. Тяжело, и руки болят. Потихоньку, вот видите, вот потихоньку прочищу себе дорожку до колонки. Угу. И то, слава богу. Ну, теперь широкой дорогой будем. Теперь широкой дорогой будем ходить. Спасибо большое, спасибо вам. С призывом к однопартийцам принять участие в зимней уборке снега на отчетно-выборной конференции Зареченского местного отделения крупнейшей политической партии страны обратился избранный лидер зареченских единороссов Олег Климанов. Первоначально планировалось, что они будут задействованы при уборке общественно значимых мест, но партийцы решили, что в первую очередь окажут адресную помощь нуждающимся, расчистят снежные завалы на придомовых территориях одиноко проживающих горожан. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».